Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди. И как вы догадались, это опять игра Дурак Онлайн, и в этом видео я вам хочу показать еще одну стратегию в этой игре. Что эта стратегия вообще из себя представляет? Ну, давайте сразу я вам покажу наглядный пример. Создаем игру, играем на 1000. Я всегда вот в этой игре играю 1 на 1, так что начинаем. Так, где нашего соперника? Сейчас вам покажу, что это за стратегия. Но я раньше стратегией этой пользовался. Как просто сделать мне нечего было. Так, ну вот там соперник, начинаем игру. Да, я вам советую играть только на 1000 или на 500, потому что если вы будете играть на большие деньги, то они просто не будут сдаваться. Вот в чем заключается наша стратегия. И, кстати, вот когда вы создаете игру, там нужно время ставить не быстрое, а вот обычное. То есть, смотрите, мы будем все ходы делать вот, когда у нас будет в конце прям время истекать. Ну, вы поняли, чтобы он, короче, сдался, ему, типа, надоело ждать это, и потом все. И мы просто зарабатываем бабло. Я, кстати, это раньше стратегией пользовался. Ну, и примерно вот 5 человек сдавались из 6. Редко то, что не сдавались люди. Ну, было все-таки такое. Так, получается, мы его сейчас переведем в конце времени таймера. Так, все, переводим. Вот он сразу смайл начал такие отправлять. Вот, и говорит, типа, давай нажимай быстрее, ходи. Но мы этого делать не будем. Так, ну, будем ждать, пока он нажмет на кнопку выйти. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Ну вот, дорогие друзья, наконец-то он сдался. Стратегия реально работает, ему просто надоело ждать. Вот вы видели. Кстати, вот это, наверное, момент, который мы играли вот все это время. Я, наверное, все-таки вырежу. Оставлю только начало и этот конец. Потому что мы, наверное, играли где-то 10 минут, или даже больше. Просто ждал до конца вот этого вот времени, таймера своего. Ну, надеюсь, вам, дорогие друзья, понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Наступаем.ру ВКонтакте, пишите комментарии. Всем пока. Надеюсь, все-таки я могу найти какую-нибудь еще следующую стратегию и обязательно вам все расскажу. Надеюсь, я вам помог. Всем пока.